С октября пособие на детей в Ивановской области будут выплачиваться ежемесячно. Глава региона Станислав Воскресенский подписал областной закон о переходе от ежеквартальной к ежемесячной выплате ряда социальных пособий. Напомним, что решение перевести выплаты в такой режим губернатор озвучил в сентябре и поставил задачу профильным органам власти совместно с депутатским корпусом вне зависимости от политических циклов принять соответствующие поправки в закон, что и было сделано. С 1 октября будет предоставляться ежемесячно пособие на ребенка. Сейчас у нас такое пособие получают порядка 22 тысяч семей. И все эти семьи будут получать пособие с октября ежемесячно. До этого оно предоставлялось поквартально. Размер пособия составляет 248 рублей на ребенка. Для одиноких мам размер пособия удваивается, то есть в двойном размере пособие выплачивается.